Я расскажу историю одну. Быть может, кто-то в вере укрепится, что надо нам, всем мамам на земле, за деточек своих родных молиться. Обычный день. Все в спешке, все бегом. Дочь на ходу с порога прокричала: «Мамуль, до скорого! Опаздываю я!» «Куда же ты? Попей хотя бы чайку!» «Дай, дочка, я тебя благословлю и ангела-хранителя в дорогу!» Дочь улыбнулась: «Мама, ни к чему! Все пережитки! Где ты видишь Бога?» «Нет, дочь моя, так дело не пойдет. Запомни, что без Бога до порога и волос с головы не упадет, коль на то есть повеление Бога». Включила телевизор. Взрыв в метро. Внутри оборвалось, похолодело. «Там дочь моя. Спаси ее, Господь. Быть может, она все-таки успела». А телефон молчит. Бьет пульс в висок. Она подряд все новости листает. «О, Господи, спаси ее. Спаси». В молитве ее губы повторяют. И вдруг звонок. «Мамуля, я жива. Ну просто чудо, как же я успела. Молитва, мамочка твоя меня спасла. Не видела, что мать вся посидела». Благословляйте, матери детей. Господь всегда в дороге им поможет. Молитва матери на свете всех сильней. Она со дна морского вытащить всех сможет.